Уже в конце недели синоптики обещают снег в Самарском регионе, а значит, пора активно укреплять иммунитет. Не болеть зимой просто, считают эксперты. Главное – следовать правилам. Соблюдать режим сна, больше двигаться и одеваться по сезону. Но главным оружием для защиты иммунитета является вакцинация. После прививки иммунная система человека узнает врага в лицо и при реальной встрече с ним будет начеку. А пока организм занят выработкой антител, стоит относиться к себе с большей заботой. Нет ничего лучше, это хорошего здорового сна, не менее 7-8 часов подряд в день, свежий воздух, прогулки по свежему воздуху. Также необходимо правильное питание и прием поливитаминных комплексов. Медики советуют не перегружать организм тяжелой жирной пищей, такой как копчености, жирная свинина, жареные блюда, сладости и алкогольные напитки. Зимой врачи-диетологи рекомендуют включать в меню мед, цельнозерновые каши и сухофрукты, изюм, курагу, инжир, богатые магнием и калием. Мясоеды должны переключиться на мясо кролика, говядину или курицу. Особенно полезной будет морская рыба, богатая йодом, что также важно для щитовидной железы. Также к холодам важно укрепить кости и суставы. Стоит отказаться от таких вещей, как соль, уменьшить употребление, и больше горячительных продуктов. В плане, допустим, тушеная капуста, то, что добавляется куда куркума, то, что подогревает нашу температуру, так сказать, кроме верхней одежды, ну и повышает иммунитет. Кальций. Обязательно. Где он у нас обитает? Это в молочных продуктах. Причем в увеличенном потреблении кальция усваивается больше витамин D. Обязательно тоже для нашего опорно-двигательной системы. Здоровому человеку, у которого нет никаких жалоб, этих простых правил будет достаточно. А вот людям в возрасте в зимний сезон стоит прибегнуть к лабораторным анализам и держать на контроле холестерин и уровень сахара в крови. Необходимо, соответственно, после консультации с врачом проконтролировать общий анализ крови, лейкоформулы. Нужно проконтролировать содержание лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, которые, собственно, стоят на страже нашего здоровья. Кроме этого, уже в зависимости от сопутствующих заболеваний, необходимо проконтролировать биохимические анализы, коагулограмму, но, опять же, это только после очной консультации с врачом. Важная составляющая здоровья – позитивный настрой. Доказано, если человек регулярно испытывает негативные эмоции, защитные функции организма будут снижаться. Поэтому учитесь справляться с повседневными стрессами, говорят эксперты. Среди эффективных способов – упражнения, медитация, йога, массаж и плавание. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.